Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мальчики, девочки, сэры и сырихи, как я иногда говорю. Меня зовут Егор Дергачев, рад приветствовать абсолютно каждого из вас в своем видеоблоге. Что мы подразумеваем, когда говорим о центральном туре чемпионата любой страны? Безусловно, это встреча каких-то знаковых команд, которые исторически противостоят друг другу. Но мне кажется, все-таки, если мы говорим про конкретный чемпионат, конкретный сезон, это поединок первой и второй команды. 15-й тур чемпионата России. После этого тура можно будет сказать, что ровно половина пути команды преодолели. И шутка ли, поединок между первой командой чемпионата и второй. Локомотив, который идет сейчас на первом месте, едет в гости к Санкт-Петербургскому «Зениту», который внезапно и неожиданно для многих с первой строчки, лидировав с преимуществом, с хорошим перед «Локомотивом», питерцы опустились на вторую. Ну что, битва нас ждет? Безусловно. И если «Локомотив» в последних матчах, вроде бы команда Семина начала набирать очки, вроде бы «Локомотив» добывает везде нужный результат, то вот «Зенит» наоборот хромает. Питерцы не могут показать свою игру. Предыдущий тур против ЦСКА «Зенит» вообще был бледен, не похож на себя. ЦСКА больше атаковал, больше владел инициативой. И вот сейчас шанс реабилитироваться перед своими болельщиками на шикарном стадионе. И я думаю, что «Зенит» добьется победы. Более того, мне кажется, что матч с «Локомотивом», но во всяком случае он может стать для «Зенита» вот этой отправной точкой, неким трамплином, преодолев и успешно сыграв в этом матче, «Зенит» может улететь далеко вперед, и питерцев никто не догонит. И мне кажется, что Роберто Манчини именно так будет настраивать свою команду. Ну а если будет подобающий настрой, то добыть победу и выиграть у «Локомотива» с разницей более чем в один мяч для «Зенита» будет в принципе не проблема. Отсюда и ставка. Победа «Зенита» с форой -1, коэффициент 2.49. Почему-то мне кажется, что это очень-очень хороший вариант. И если вы со мной согласны, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Обязательно жду вас всех в друзьях у себя ВКонтакте и в своей группе ВКонтакте. Ссылочки на две страницы вы найдете в описании у ролика. А чуть ниже, в комментариях, вы найдете безграничное пространство для ваших комментариев и ваших вариантов ставок на матч «Зенит» Санкт-Петербург, «Локомотив» Москва. The farmer in the dell, the farmer...